Всем привет! Сегодня готовлю салат «Грибы по-корейски». Способов приготовления грибных корейских салатов много. Сегодня делюсь одним из них. Для этого рецепта мне потребуется 800 грамм грибов, здесь шампиньоны, 400 грамм коричневых и 400 грамм белых. Грибы нужно будет порезать. Шляпку гриба разрезаю на три части. Грибы заранее промыла под проточной водой. Ножки грибочков разрезаю пополам. Порезанные шампиньоны добавляю столовую ложку уксуса. У меня здесь 25%. Все хорошо перемешиваю. Высыпаю столовую ложку кукурузного крахмала. Можно использовать любой другой крахмал, который у вас есть под рукой. Грибы отставляю в сторонку. 125 грамм листьев шпината заливаю кипятком и оставляю на 30 секунд. Бланшированный и хорошо отжатый шпинат нужно будет мелко нарезать. Две средние головки красного лука нарезаю полосочками. Овощи аккуратненько складываю горочкой. Лук порей нарезаю тонко. Болгарский перец, перец чили. Регулируйте по своему вкусу. Одну крупную морковь натираю на терке. Зубчика чеснока натираю на мелкой терке. Зеленый лук и зелень кинзы нарезаю колечками. Кинза придает салату особый аромат. Все составляющие для салата нарезаны. Теперь приступаем к готовке. В хорошо разогретую сковороду отправляю грибы. При обжарке грибы периодически помешиваю. Грибы при обжаривании выделяют жидкость, поэтому их нужно жарить на высокой температуре для того, чтобы жидкость быстро испарилась.
Грибы готовы. Отключаю плиту. Я их обжаривала около 5 минут. В обжаренные грибы добавляю порезанные овощи. Поверх моркови выкладываю чесночок. В небольшую сковороду наливаю 150 грамм растительного масла. Масло нужно будет хорошенько раскалить. Добавляю 10 грамм коричневого сахара. 3 столовые ложки кунжутного семени. Семечки заранее обжарила. Пол чайной ложечки без верха кориандра. Черный перец по вкусу, белый перец, четыре столовые ложки соевого соуса, две столовые ложки рыбного соуса. Щепотка соли. В соевом соусе есть уже соль, поэтому много не солите. Добавляю 1 чайную ложку уксуса. Уксус 25%. Раскаленное масло выливаю поверх чеснока и специй. Салатик нужно будет хорошенько перемешать. Честно скажу, я этот салат готова кушать каждый день. Он такой вкусный, ароматный, полезный. В нем очень много витаминов. Эти грибочки подойдут к любому застолью. Попробуйте приготовить. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.